Сделаем лодку каноэ. Делается легко, плавает. Можно сделать из обычной бумаги. Берем лист формата А4, делаем из него квадрат, сгибаем по диагонали. Еще раз в другую сторону. Уголок к центру. Здесь прижимать не обязательно, нам достаточно направления вот этих двух точек. Вперед пропускаем, и теперь вот эти две точки пересекают эту линию, а вот это идет по центру. Переворачиваем на другую сторону, к центру. То же самое к центру. Чуть-чуть не доходим, чтобы было небольшое расстояние, будет проще делать. Ориентируемся по этой точке. Здесь идет уголок на нет. Здесь делаем то же самое, по этому уголку ориентируемся. И здесь уголок идет на нет. Здесь у нас вот такое расстояние. Еще раз эту линию к центру. Придержим, чтобы бумага не топорщилась, не выпирала. Достаем вот эту часть, загибаем, чтобы вот эта линия была параллельна вот этой линии. Плюс-минус тут идеально делать не надо. И у нас носик не доходит до конца. Вот у нас здесь небольшое расстояние. С другой стороны делаем то же самое. Отлично. И теперь выворачиваем. Вот так вот. Уже почти готово. Вот эти аккуратно выворачиваем туда вовнутрь, чтобы не порвать бумагу. Есть. Потом это все разровняется. Но на данном этапе это, наверное, самое сложное. Просто надо аккуратно. Так, отлично, почти получилось идеально. И теперь у нас вот эти части тоже туда вовнутрь выталкиваем. Есть. Если чуть-чуть помялось, ничего страшного. Это все проглаживается и убираются эти все заломы. Вот эти линии у нас наведем. Вот видите, у нас лодочка уже почти готова. Здесь то же самое. Наведем линию, подровняем. Вот эти линии тоже отбортуем. И с другой стороны. Отлично. Эту линию толкаем вниз. Меняет направление. Этот уголок закладываем сюда. И так ориентируемся тут. Плюс-минус роли не играет. Ну, приблизительно, да, здесь у нас где-то пополам. Отогнем угольничек в другую сторону. Раскроем. И вот этот треугольник туда вовнутрь толкаем. Есть. С другой стороны точно так же. Вовнутрь. Чтобы форму держала, вот здесь сделаем линию сгиба. Ну, так чуть-чуть. Все, лодка готова. Здесь чуть-чуть подровнять. Лодка каноэ готова. Если вам видео понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. С вами был Жигулев Алексей. Пока! В следующем видео сделаем такую юлу. Делается не очень сложно. Крутится, получается красивенько.